заносит нашего маленького героя в Москву. На дворе 1920 год, только что отгремела революция и гражданская война. Саня был настойчив и смел, он научился говорить, но жизнь его не сахар. Вместе с такими же беспризорниками, как он сам, он шныряет по блошинному рынку среди жуликов и торговцев в поисках пропитания. Сбылась мечта, я стал миллионером. Владею я несметным количеством нулей. Солидный вид, приличные манеры. Иду гулять по скверу, искать случайных прибылей. Ай-яй, купи-продай. Кого бы осчастливить миллионом? Купить коробку спичек или пару папирос? А может взять флакон одеколону? Мадам, прошу пардону, возьмите взад ваш купорос. Ай-яй, купи-продай. Да я миллионер, и ты миллионер, и он миллионер, мы все миллионеры. Пока, товарищ милиционер, нас не погонит вдоль по скверу. Пока, товарищ милиционер, нас не погонит вдоль по скверу. Зачем подушка, если нет кровати? Да. И если нет рубашки, на кой мне кружева? А может, нам на бублик денег хватит? Да. Ну это как покатит. Ну, да. Тут может хватит и на два. Ай-яй, купи-продай. Да здравствует страна миллионеров, где временные беды переживаем мы. Дай бог нам до начала новой эры не сдохнуть от холеры или от какой другой чумы. Ай-яй, да боже ж мой, да я миллионер, а я? И ты миллионер, а-а! И он миллионер, мы все миллионеры. Пока, товарищ милиционер, нас не погонит вдоль по скверу. Пока, товарищ милиционер, нас не погонит вдоль по скверу. Погонит вдоль, нас не погонит вдоль по скверу. Милиционер, пока, товарищ милиционер, нас не погонит вдоль по скверу, погонит вдоль по скверу.